Отчетная сторона Московского проспекта. Вот там дом 182. Ну да, такой асфальта здесь нет. Дорожка такая вот, стрёмная. Еще и машины ездят. Понятно, что это, то ли тротуар, то ли проезжая часть, кусочек проезжей части. Соответственно, а идти лучше справа. Да. Ну вот здесь вот прекрасно, я вижу следы асфальта есть.